Привет, ребят! Меня зовут Ася. В этом видео будем смотреть мод-видео Мияги Инди Панда Маланом. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам все понравится. Поехали! Ребят, может, я себя как-то уже чересчур накручиваю или еще что-то, но этот один работающий магнитофон в полностью какой-то разваленной машине выглядит как метафора, будто бы музыка всегда будет жива и все остальное. Ну, может быть, я себя просто накручиваю. Напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Будто бы движ, что вне закона, вымораживающий народы. Тут с молотка летят иконы, блокбастер без у микрофона. Сам накалял себя же снова, сам бил в голове свою тревогу. Сам удивлялся неудачам и сам залезал в эту берлогу. Мой трип, это трезвый, честный, рядом камбэк из ужасной небылицы. То была вода, не досада, слезы, но радости на лицах некоторых. Но не понять, почему так зол был тот или тот дегенератор. Говорили потребители битом, прогоню злой шорох. Я негодовал, какого эти баламуты заварганили хоррор. Плата залагала от такого, психика хапнула перебора. Взял бы дрог пик порох и пока придором. И пока сей город одичал, я бы хантером оберегал эти доступы ваших наивных взоров. Когда погибала опора, мне на сей мир открывала глаза как надо. Блин, ну вот реально, хоть убейте меня, они идут по такому серому, темному месту, и только один магнитофон такой ярко светящийся, ну реально символично выглядит. Не, парень, уверовавший в человека, был слеп и скорее был рад этому. Мне же мало быть ребенком, чей ангела дух не знал грехов тут. Чтоб не смеялись дико громко, странные люди без богов тут. Шаг, шаг и борода до пола, нак, нак, помер по приколу. Тяп-ляп, судим свысока мы всех вокруг, но себя ни в коем. Бензом, облейка, все святое, айда добивать убитых горем. Тут человеком звался вроде, тот, что животное порою. Шаг, шаг и борода до пола, нак, нак, помер по приколу. Тяп-ляп, судим свысока мы всех вокруг, но себя ни в коем. Бензом, облейка, все святое, айда добивать убитых горем. Тут человеком звался вроде, тот, что животное порою. Блин, ну, Мияги, вот он, как всегда, пронзителен в своем куплете. Не знаю, вот вроде бы я в уме всегда понимаю, что это происходит, но почему-то мы всегда мало об этом говорим. А он это все вот как-то так точно выстраивает благодаря своим словам, благодаря своим куплетам. Я не знаю почему, но меня это всегда как-то вот так сильно удивляет. Годы комом в горле, горы, годы комом в горле, голый гон и тор, как мы живем, комка, люди в форме, жандарм, законы не наш план, не стоит лезть в клан, мой брат сделал все сам, может сам отыщешь место поприятней, вижу трахеров и то, как они грубо посылают нахер общество, не дают их писателей, раздали все святое. Вы нам не приятели. Как тут увидели ауру, что за плечами размыто. Мои скелеты в депрессии, моя лира для мира. Это аутро утром написала рука и как будто я настроился слить черновик, но не тут-то. Сука, смута, горе в майке. Радость так же кочевали с рэпом. Стали старше, вырубайте пять. Наши вашим братья так же. Мы скажем, это аутро утром. Написала рука и как будто я настроился. Аутро утром, и посмотрите, это же реально рассвет. Ну, я не думаю, что это те ребята, которые будут специально как-то там выстраивать свет, чтобы создать определенную атмосферу, потому что, ну, это прям очень сильно смахивает именно на рассвет. Слить черновик, но не тут-то, сука, смута. Мало-м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 ало-
Очень крутой трек и очень крутое мут-видео. Только знаете, что вот когда я прочитала название Маланом, я думала, что... Ну, я как-то эти слова восприняла немного с другим смыслом. Теперь, переслушав куплет Мияги и Энди, я понимаю, что здесь больше поется о нашей какой-то такой человеческой жадности ко всему. Вот. Ну, я надеюсь, я правильно поняла. Вы напишите тоже об этом обязательно в комментариях. Вообще, вот честно, я не думала, что, посмотрев мут-видео, даже не клип, у меня возникнет столько каких-то разных мыслей в голове и всего остального. Опять же, может, я себя где-то чересчур накручиваю, но я это вижу так. Напишите об этом в комментариях, согласны вы со мной или нет. В общем, всем удачи, до новых встреч, встретимся в новом ролике. Пока-пока!